Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня специально для программы «Овертайм. Сидим дома» тренировку в домашних условиях проводит семья Кулбаевых Анатолий и Игорь. Четко понимать нужно, уважаемые коллеги, что перед тем, как выполнять упражнения, мы уже провели разминку, подготовили мышцы ног, мышцы рук к работе для того, чтобы избежать каких-либо травм. Мы сегодня проведем тренировки на укрепление мышц рук, укрепление мышц ног, укрепление мышц спины и укрепление мышц живота, то есть пресса. Все эти тренировки базовые для многих видов спорта, но мы именно в виде спорта кикбоксинг эти упражнения применяем регулярно, и они нам очень помогают добиваться высоких результатов. Ну все, поехали. Первое упражнение — это планка, которая производится в упоре лежа в горизонтальном положении тела. Для этого нам понадобится секундомер, для того, чтобы засекать отрезки времени. Всего каждый отрезок времени мы проводим по 15 секунд. Очень сложное упражнение, поэтому выполнять его нужно только тогда, когда вы хорошо размялись. Следующее упражнение, которое мы будем проводить, это упражнение на укрепление мышц рук. Чисто боксерское упражнение, которое мы применяем в своих тренировках. Называется оно «Пуш-пуш». Следующее упражнение, которое мы вам покажем, упражнение для укрепления мышц ног. Очень сложное упражнение, но очень эффективное. Следующее упражнение. Поднимаем упор лежа, выполняем отжимания, продвижение вперед. Следующее упражнение достаточно простое, но тем не менее очень эффективное. Встаем в замок, выполняем 10 тысяч раз в этой стороне. Следующее упражнение очень сложное, мы его называем «Борьба в упоре лежа». Я сейчас объясню, покажу, что это. Следующее упражнение выполняем для мышц спины. В простонародье есть лодочка, но это упражнение мы сейчас будем делать с партнером. Партнер держит ноги и партнер выполняет количество раз только, чтобы говорить партнер. Заключительное упражнение именно для спортсменов, которые занимаются единоборствами, это упражнение называется «Укрепление кистей рук». Есть
такое упражнение, как отжимание, все мы его хорошо знаем, но немногие знают, что можно отжиматься на запястье. Встаем на запястье, держимся в этом положении. Дорогие друзья, сегодня мы вам провели тренировку в домашних условиях. Очень надеюсь, что вы для себя подчеркнули новые упражнения. Обязательно занимайтесь спортом, будьте здоровыми. Желаю вам силы духа, всего благополучия. Мы выбираем спорт.